Всем привет! Сегодня в видео я покажу, как сложить бумагу, нарисовать узор и вырезать вот такую снежинку. Для начала сложим бумагу. Сделаем из листа формата А4 квадрат. Для этого загнем угол и отрежем лишнее. Получился равнобедренный треугольник. Наметим серединку на основании этого треугольника. Далее складываем противоположные уголки треугольника под углом 60 градусов. Можно подгонять угол на глаз или воспользоваться транспортиром. Сложим полученную заготовку пополам. Теперь нужно, придавливая, провести по сгибам бумаги кольцами ножниц. Отрезаем ненужную верхушку. Заготовка для снежинки готова. Теперь нарисуем узор. Сначала рисуем внешний узор. Он должен непрерывно соединять правую и левую стороны. Далее рисуем внутренние узоры. Эти узоры должны выходить и заходить в одну и ту же сторону. Для наглядности заштрихуем области, которые будут отрезаться. Нажмите на паузу, чтобы срисовать готовую схему. Начинаем вырезать снежинку. Я рекомендую использовать как можно более острые ножницы и при вырезании сильно сдавливать пальцами бумагу, чтобы она не смещалась. Разворачиваем готовую снежинку. Если вам было полезно мое видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!